Всем привет, друзья! Сегодня поговорим о том, возможно ли межзвездное путешествие. Я думаю, что да. Правда ведь заключается в том, что такие путешествия и исследования технически возможны. Нет такого закона физики, который бы это прямо запрещал. Но это не означает, что человечество скоро изобретет подобные технологии. Межзвездное путешествие – это настоящая головная боль, и на нашем веку люди точно не полетят колонизировать другие звезды. Но есть и хорошие новости. Мы уже достигли статуса межзвездных исследований. Несколько космических аппаратов движутся к краю Солнечной системы, а покинув ее, уже никогда не вернутся. Миссии NASA, Voyager, Pioneer и New Horizons начали свое долгое путешествие вовне. Согласитесь. Звучит, в принципе, отлично. У нас есть межзвездные космические зонды, которые работают, но проблема в том, что они никуда не спешат. Скорость полета слишком мала. Каждый из этих бесстрашных межзвездных исследователей движется со скоростью десятков тысяч километров в час. Они не движутся в направлении какой-то определенной звезды, потому что их миссии были предназначены для исследования планет внутри Солнечной системы. Но если бы какой-нибудь из этих космических аппаратов направлялся к нашему ближайшему соседу, Проксиме Центавра, например, находящийся всего в 4 световых годах от Земли, они достигли бы ее примерно за 80 тысяч лет. Чтобы сделать межзвездные полеты более разумными, зонд должен двигаться очень быстро. Примерно на 1/10 скорости света. При такой скорости космический аппарат может достичь Проксимы Центавра за несколько десятилетий, а через несколько лет отправить снимки обратно. И все это в пределах человеческой жизни. Неужели так глупо хотеть, чтобы тот же самый человек, который начал миссию, закончил ее? Но движение на таких скоростях требует огромного количества энергии. Один из вариантов заключается в том, чтобы содержать эту энергию на борту космического корабля в качестве топлива. Но если так, то дополнительное топливо добавляет массу, что делает его еще более трудным для разгона до нужных скоростей. Существуют проекты и эскизы атомных космических аппаратов, которые пытаются достичь именно этого. Но если мы не хотим начать строить тысячи и тысячи ядерных бомб только для того, чтобы поместить их в ракету, нам нужно придумать что-то еще. Возможно, одна из самых многообещающих идей заключается в том, чтобы сохранить источник энергии космического корабля неподвижным и каким-то образом транспортировать эту энергию космическому кораблю по мере его перемещения. Один из способов сделать это с помощью лазеров. Излучение хорошо переносит энергию из одного места в другое, особенно на огромное расстояние в космосе. Затем космический корабль может захватить эту энергию и двигаться вперед. Но когда речь заходит о том, чтобы заставить космический корабль двигаться с требуемой скоростью, сам лазер мощностью в 100 гигаватт намного порядков мощнее любого лазера, который мы когда-либо проектировали. А космический аппарат, масса которого не должна превышать массы скрепки для бумаги, должен включать в себя камеру, компьютер, источник питания, схему, оболочку, антенну для связи с домом и идеально отражающим световым парусом. Настоящее путешествие начнется после ускорения до 1/10 скорости света. В течение 40 лет этот маленький космический корабль должен будет выдержать все испытания межзвездного пространства. И хотя подобные технологии сегодня кажутся чем-то из ряда научной фантастики,
нет такого закона физики, который бы запрещал его существование. Вопрос заключается в следующем. Готовы ли мы потратить достаточно денег, чтобы выяснить, можно ли построить подобный корабль?